считают, что это совершенно недопустимая ситуация, нарушающая достигнутые нам договоренности. Совокупный ВВП стран Союза увеличился в первом полугодии 2018 года для введения бизнеса, Doing Business 2018, по среднесвешенным показателям. В течение года российское председательство Евразэс продолжило работу по всей интеграционной политике. На нашей встрече в мае в Сочи подписано соглашение о маркировке товара, реализация которого обеспечит прозрачность торговых операций, цен товаров, произведенных и производимых на рынке стран. Интенсивно развиваются производственные операции. Данный год, который нам предстоит утвердить сегодня, предусмотрены значительные средства на реализацию крупных цифровых проектов, в ходе орбитальных аппаратов и продвижения геоинформационных сервисов для рынка третьих стран. В сентябре представители центральных банков подписали соглашение по гармонизации законодательства с использованием современных финансовых технологий. Это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем. Следует уделять межрегиональному сотрудничеству. Продолжают расширяться внешние связи Евразии. В мае подписано